Там напротив тебя, не знаю, там барабанщик, барабанщица, и ты, да, начинаешь тоже крутить. И барабанщик там... И ты ему там ответ. Он тебе... И все, какое-нибудь пиво там... Водочка и все. И все, блядь, нихера себе. Потом вместе какой-нибудь. Давай, там он там... Ту-та. И все ржут, типа, радуются. Конечно, в такой, ну, ситуации... На драйве можно что-то понаваливать. Но если потом смотреть это в записи, конечно, в записи это будет кринж. Там будет куча промахов, какие-нибудь фальшивые бенды, а именно на месте будет казаться, что там просто какие-нибудь там типа... С дилеем какие-нибудь там барабан, и ты там типа, блядь, все, и все в зале будут... А, блядь! Но опять же, вот в такой записи, как сейчас было с этими клавишами барабанщиками, поэтому что там будет, ну, как бы, огромное количество дрислова.